Анапа замечательно. Хороший город, красивый. Мне нравятся парки замечательные, чистые, очень приятно гулять с детками. Да все нравится. С чего мы решили в Анапу приехать? Да просто надумали, да приехали. Честно. Что-то так подумали. Многие ребята говорили мне, друзья, заезжай в Анапу туда-сюда. Ну, вот так и заехали. Нам нравится. Мы здесь уже не первый раз. Не первый раз, третий раз уже здесь отдыхаем. Атмосфера вообще душевная, спокойная, красивая, чистая. Едем в июне, мало народу. Патриоты уже стали. Были в Крыму года два назад, вот решили приехать в Анапу. Скорее всего, потому что Анапа ассоциируется с детским отдыхом, а у нас ребенок еще не очень большой, поэтому решили посетить это место. Песчаные пляжи, очень облагороженная территория, очень много разнообразного отдыха как для взрослых, так и для детей.